Всем привет, это снова я, и мы с вами продолжаем исследовать Нью-Йорк, который не показывают в кино и сериалах. Те части города, куда не ступает нога туриста, и которые зачастую малоизвестны даже многим местным жителям. Сегодня мы отправимся гулять по району Квинса под названием Джамейка. Здесь находится третий по загруженности вокзал Нью-Йорка, по улицам катаются нелегальные такси, роскошный кинодворец стал церковью, а местный молл когда-то был культовым местом у всемирно известных рэп-музыкантов. В одной части района когда-то родился и вырос Дональд Трамп, а в другой ходил в школу и торговал наркотиками Кёртис Джексон, известный как 50 Cent. В общем, Джамейка — это самые настоящие нью-йоркские контрасты. Ну что, погнали в Джамейку. Первое, с чего мы сегодня начнем, это с вопроса. Я стоял вот на такой штуке, видите, они имеют волнообразную форму, их много вдоль дороги, и на них сделаны вот такие выпуклости. И пока вы смотрите это видео, у меня к вам вопрос. Что это такое, зачем это нужно? Пишите в комментариях. Ну, давайте прогуляемся сегодня с вами по этому району с названием, которое, наверное, в голове уже рисует какие-то определенные картины, и узнаем, соответствует ли оно вашему представлению или нет. Шаевич и Шаевич. Мне с моей фамилией Фраевич тяжело, конечно, объяснить, что я не еврей. Ну ладно. Что об истории района ничто так хорошо не рассказывает, как лица, голоса прохожих, языки, на которых они говорят, вывески, магазины и прочее. Ну, лица здесь в основном темные, языки не английские, а из прошлого, например, есть вот такие вот кусочки истории в виде ирландского паба, который остался от того белого населения, которое здесь когда-то проживало и которого здесь практически уже сейчас нет. Ну, об этом мы сейчас с вами поговорим чуть дальше, когда будем гулять по жилым районам. Начинаем мы с вами в самом центре Джамейки, которая долгое время была отдельным городом. До присоединения к Нью-Йорку это был один из крупных городов Квинса, который развивался как транспортный, экономический, в том числе административный центр этой части Нью-Йорка. Впереди как раз огромное здание, которое, можно сказать, является архитектурной доминантой. И это здание суда округа Квинс. Здание было построено в 1936 году как часть программы по трудоустройству людей во время Великой депрессии. Тогда государство активно финансировало подобные проекты. Мы с вами видели здание, например, суда в городе Читануга, которое построено было в те же времена по той же самой схеме. Это здание суда округа Квинс. Чем оно интересно? Тем, что оно огромное и выбивается из всей остальной застройки, а еще тем, что у нее довольно интересный микс архитектурных форм. Это такая современная американская классика. Это здание, построенное в стиле, который является смешением нескольких стилей. Видите, у него такой античный вход, но при этом сверху здание выполнено что-то частично в стиле Бос-Ар, что-то частично в ар-деко и так далее. Интересно, что название Джамейка не имеет никакого отношения к стране Ямайка, хотя пишется и звучит точно так же. На самом деле название оригинальное произошло от местного племени Ленапа. И на его языке это слово значило «Ямайка», что в переводе означает «бобр». Так вот, в голландском языке «Y» пишется как «J», ну, как в немецком, «Я», например. И когда здесь поселились голландцы, они приняли индейское название, а когда эти земли стали английскими, то они изменили написание, и «Ямайка» превратилась в «Джамайку». Мне кажется, что об этом
большинство жителей Нью-Йорка даже не догадывается. Всем кажется, что район назван по тем жителям, которые здесь проживают. Здесь действительно есть община выходцев с Ямайки, но она достаточно небольшая. А сам район сейчас в основном населен иммигрантами. Здесь очень много выходцев из Бангладеш, здесь очень много выходцев из Индии и Пакистана. Я думаю, что если смотреть на лица людей, которые идут нам навстречу, вы это довольно быстро заметите. Здесь много латиноамериканцев. Ну и какие-то еще небольшие анклавы. Мы будем гулять, и я думаю, что мы увидим следы пребывания людей, приехавших сюда из разных стран и культур. Но в основном лица здесь, в этом районе, темные, это правда. Хотя далеко не все они афроамериканцы. Но думаю, что то, что бросается в глаза отсюда, это новая застройка и старая застройка. Видите, сам по себе Квинс всю свою историю был довольно малоэтажным. Ну, не Квинс, а точнее Джамайка. Но в последнее десятилетие здесь изменили зонинг, про который я вам уже рассказывал. И вы можете посмотреть, как изменение законов зонинга, ну, то есть разрешенной высоты и типа строения. Зонинг делит город на промышленные, жилые и коммерческие районы, а еще он разрешает строить здания определенной высоты. И когда здесь был старый закон о зонинге, то здание можно было строить только малоэтажное. Когда зонинг поменяли, то здания стали расти очень сильно ввысь. И появились вот такие вот большие, огромные башни, жилые, которые находятся прямо по соседству железнодорожной станции. Сейчас я вам про нее расскажу, сейчас мы до нее дойдем. Публика здесь, конечно, очень занимательная, которая стоит рядом с метро. Не знаю, чем занимаются эти люди, но выглядят они реально стрёмно. Адвокаты на всех языках мира. Адвокаты или чуваки, которые занимаются какими-то социальными делами. Опа. Опа. Шапки прям как в моем детстве. Такие вывески родом из 90-х, если не с 80-х. Вообще район, конечно, оставляет впечатление какого-то Нью-Йорка из прошлого. Столько древней нью-йоркской эстетики я, наверное, нигде не видел. Район выглядит как бедный, но на самом деле бедным не является. Средний доход жителей Джамайки составляет что-то в районе 60 тысяч долларов, что, в общем-то, не так уж и мало. Но для Нью-Йорка эта сумма не очень большая. Поэтому по федеральным меркам район, который населен людьми с нормальным уровнем дохода. А по нью-йоркским, конечно, это все-таки скорее беднота. Потому что 60 тысяч вам, в общем, намного не хватит при стоимости нью-йоркской жизни, но мы еще об этом поговорим. Я вам покажу на примерах, сколько стоит недвижимость, сколько стоит аренда, и вы все поймете. Но вообще район, конечно, производит на самом деле скорее негативное впечатление, чем положительное. Еще поразительно, что это район, в котором есть огромный, просто гигантский туристический поток. Сюда приезжает огромное количество туристов, но они в этом районе не задерживаются и уезжают дальше. Сейчас мы дойдем чуть дальше, и я вам про них расскажу. А вот напротив забавная довольно нью-йоркская штука. Видите, машина, которая сейчас встала, и в которую сейчас садится несколько человек, которые вообще друг с другом не знакомы. Это классический нью-йоркский Gypsy Cab. С номерами Алабама, заметьте. И кто-то собачку ставит. И джипси-кэбов здесь катается огромное количество. Вот один взял пассажиров, второй поехал дальше их подбирать. Сейчас проедет грузовик, и за ним поедет еще джипси-кэбы. Вот они все. Так, следующий. Здесь у них, видимо, точка, которую местные люди знают, местные жители, и где они подбирают пассажиров. Джипси-кэбы – это нелегальные такси. Это такси, которые работают без лицензии. Чтобы в Нью-Йорке заниматься извозом, у вас должна быть лицензия либо желтого такси, которое работает на Манхэттене от Даунтауна до Гарлема, либо зеленого такси. Сейчас они, кстати, отменили раскраску, и только есть стикер на двери. Но они называются Бора такси. Либо третий вариант – это TLC. Это те машины, которые могут приезжать по вызову, но не могут подбирать
голосующих на улице. Голосующих могут выбирать желтые или зеленые машины. Как вы видите, это не тот и не другой случай. Вообще у этих машин номера даже не из Нью-Йорка, а из Алабамы. Это интересный такой феномен, который встречается в некоторых районах, далеко не во всех, когда люди сами создали свое нелегальное такси и работают в районах, где не хватает общественного транспорта. Особенно в районах, где был когда-то довольно высокий уровень преступности, и люди просто боялись ходить лишний раз по улицам. Там родились вот эти вот джипси-кэбы, которые фактически представляют из себя такой гибрид такси и маршрутки. Они подбирают пассажиров у метро, сколько их влезает в салон, 4 человека, и везут по какому-то маршруту, который знают местные жители. И по пути высаживают, иногда там делают в сторону один квартал или два ответвления. Но у них есть примерный маршрут, откуда, куда они едут. И стоит такая поездка, раньше того доллар, может быть, полтора, сейчас может быть доллар два, я не знаю, какие цены. Но эта штука совершенно нелегальная. И что интересно, власти Нью-Йорка об этом знают, но особенно с ней не борются, потому что это ударит по местным бедным жителям. Ну и по их, в том числе, безопасности. Поэтому есть районы города, в которых нелегальные такси работают и совершенно безнаказанно. А если он захочет что-нибудь подобное сделать где-нибудь на Манхэттене, то его быстренько нагнут. Мало того, наказанием за такую деятельность является конфискация автомобиля. Мой тесть в свое время работал таксистом и докатался, подбирал пассажиров в аэропорту, и в итоге его лишили CLC лицензии. Он как раз занимался такой деятельностью. Но, правда, у него была лицензированная машина, он просто подбирал пассажирам не в том месте. Вот видите зеленая машинка? Вот ей можно подбирать голосующих. А вот этой белой нельзя. При этом в белой полно народа, а в зеленой никого нет, она пустая. Вот следующий джипси-кэп. Вон еще один джипси-кэп. Машины, которые они выбирают, это в основном самые дешевые варианты. Вот, кстати, вот полиция стоит, вот видите, вот они стоят у метро, им пофиг совершенно. А это самые дешевые варианты, дешевые и надежные. Это либо Crown Vic, либо Lincoln Town Car. Так как машину потенциально конфискуют, это вопрос только времени. То есть их периодически отлавливают, машины забирают, они покупают следующие. Поэтому они покупают самые дешевые тачки. И ездят на них, чтобы когда у вас машину заберут, вам было тупо просто не жалко. Вот так вот устроен этот бизнес. Вот машина у CLC с номерами. То есть это официальный таксист, но подбирать пассажиров на улице голосующих он тоже не может. И их еще можно вычислить по гудкам. Они все время идут по улице и гудят. Раз в минуту, чтобы люди обращали на них внимание. Джипси Кэп, CLC, за ним следующий Джипси Кэп. Но здесь большая станция железнодорожная, большой транспортный узел, и они здесь, естественно, пасутся, потому что здесь куча пассажиров. Джамайка стала транспортным центром этой части города в 1913 году, когда была построена нынешняя станция железной дороги Лонг-Айленда. Мы как раз мимо нее проходим. И старое здание вокзала сейчас интегрировали с новым зданием. То есть вокзальный комплекс остался, но его сильно расширили и модернизировали. В дополнение к железной дороге Лонг-Айленда в 2018 году сюда пришла надземная ветка метро BMT Джамайка, которую не сохранилось, но я про нее вам еще расскажу. А потом еще пришла ветка метро IND, которая сейчас проходит у нас под землей, мы ее не видим. А чуть позже пришла еще одна подземная ветка метро, которая находится на том месте, где мы начали с вами прогулку. Там был вход в метро, это еще одна линия, которая находится в двух кварталах. Это довольно интересная современная станция, у которой есть дебаркада. Помните, раньше, когда ходили паровозы, над станциями делали такие большие стальные навесы. Так вот, на станции Джамайка сделан такой же навес, но не старый, а современный. Станция полностью реконструирована. Но чтобы попасть на платформу к поездам, вам нужно спуститься на эскалаторе вниз. Точнее, спуститься на лестнице, а подняться обратно на эскалаторе. И тут довольно большой железнодорожный трафик. Поезда постоянно приходят, уходят. Я думаю, что отправляются раз в несколько минут в разные направления. Давно забытое ощущение вокзала. Станция Джамайка – это главная железнодорожная станция железной дороги Лонг-Айленда. Ее пассажиропоток составляет порядка 200 тысяч человек в день. И огромное количество людей, которые пользуются этой станцией, это авиапассажиры, которые прилетели в аэропорт Джона Ф. Кеннеди и хотят добраться до Нью-Йорка, не пользуясь такси, машиной или автобусом. Тогда у них есть всего лишь два варианта, и оба они связаны с AirTrain. Про него я вам расскажу чуть позже. И здесь они делают пересадку с легкого метро AirTrain, который идет в аэропорт, на подземное метро или на электричке Лонг-Айлендской железной дороги. К сожалению, все аэропорты в регионе Нью-Йорк страдают проблемой транспортной доступности. Я уже показывал вам аэропорт Ла-Гвардия, когда мы летали во Флориду за машиной, и в JFK точно такая же история.
Единственное, что отличает JFK от Лагвардии, то, что туда ходит легкое метро. И конечная станция этого легкого метро находится на Джамайке. Сама станция является четвертой по загруженности железнодорожной станции в Северной Америке и второй по загруженной станции, которая обслуживает только пригородные электропоезда. В самом Нью-Йорке эта станция является третьей после Пенсильванского вокзала и Центрального. Проект реконструкции стоимостью $387 миллионов начался в 2001 году и был завершен в 2006. И именно благодаря этой реконструкции удалось объединить разные транспортные системы: подземное метро, пригородные электрички и легкое метро AirTrain. Ну что, давайте прокатимся с вами на AirTrain. Доедем сейчас до аэропорта JFK и вернемся обратно. Такое довольно бессмысленное совершим с вами кольцо. Здесь никого нету. Можно оценить, как эта штука работает. Смотрите, вагоны. Вагоны. Чего-то не хватает, правда? Не хватает машиниста. Так, это станция Джамайки. Железнодорожная, нет сбоку. AirTrain – это система, которая связывает аэропорт Джона Ф. Кеннеди с городом Нью-Йорком. Строительство началось в 1998 году, а начало эксплуатации было намечено на конец 2002 года, но из-за крушения тестового поезда и гибели оператора пуск был отложен. В итоге система была официально открыта 17 декабря 2003 года. Стоимость ее строительства составила почти $2 миллиарда. Система управляет компания Bombardier Transportation, которая работает по контракту с управлением порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, которая, в свою очередь, управляет аэропортом JFK, который принадлежит городу Нью-Йорку. Поезда полностью автоматизированы и работают без машинистов и проводников. Нью-Йоркская система AirTrain состоит из 10 станций, соединенных тремя линиями. Первая соединяет аэропорт с Джамайкой, где мы с вами сели. Вторая линия соединяет аэропорт с Ховард-Бич. Туда ходит линия нью-йоркского метро A. Третья линия кольцевая и соединяет все терминалы аэропорта. Помимо терминалов есть станция Federal Circle, которая была у нас первой. Там находится огромное количество прокатных контор. Если вы хотите прилететь в Нью-Йорк и взять автомобиль в аэропорту в прокат, вам нужно будет ехать на эту станцию. А еще есть станция Leffers Boulevard, на которой находятся парковки для длительной стоянки и так называемая Kiss and Fly. Туда вы можете привезти пассажира, высадить его, поцеловать, он сядет на AirTrain и доедет до нужного терминала. Главная проблема транспорта и доступности аэропорта JFK стоит в том, что AirTrain связан с нью-йоркским метро. И это, казалось бы, удобно. Но чтобы доехать до Джамайки, вам нужно ехать практически через весь город. Если вы живете в Квинси, это не проблема. Если вы живете в Манхэттене, ну, у вас дорога займет чуть больше времени. Вот если вы живете в Бруклине, вам придется сначала доехать практически до Манхэттена, там пересесть на другой поезд и доехать до Квинса. Жителям Бруклина проще взять такси или карсервис, чтобы добраться в аэропорт. Метро и AirTrain для них будет очень длинным путешествием. Если же вы живете на Статен-Айленде, то вам вообще проще улетать из аэропорта Ньюарк, потому что добираться до JFK – это еще та задача. Для того, чтобы попасть в аэропорт, есть AirTrain, а для того, чтобы найти недорогие билеты на самолет, есть Aviasales. Aviasales – билеты в любую точку мира, даже в Нью-Йорк и Джамайку. Мы покидаем территорию аэропорта, и вот именно таким видят Нью-Йорк люди, которые сюда прилетают. Первое, что вы видите, это вот эти вот домики в Квинсе, вот эти вот деревянные курятнички слева и справа, которые будут вас сопровождать буквально до самого Манхэттена. Застройка здесь совсем не такая, как мы привыкли видеть в метро. Ну и еще идет расширение дороги One Week. Видите, под нами идет такая большая стройка. Дорога вечно всегда стоит в пробках. В любое время суток здесь все время будет пробень, в который вы будете долго и мучительно толкаться. Поэтому сейчас ее стали расширять, благо там есть место для расширения. Кстати, впереди госпиталь, вот Джамайка госпиталь большой. В нем, собственно, когда-то и родился Трамп. Ну, думаю, что здание было старое. Нет, это построено позже. Но место то же самое. И мы с вами обратно возвращаемся к вокзалу Джамайка. Вот он с левой стороны. Мы проходили по платформам с большим дебаркадером, а станция AirTrain находится чуть-чуть справа от него. И очень хорошо видна вот эта вот массивная, облепившая вокзал со всех сторон застройка. Все, мы вышли, заходит в поезд новые пассажиры и поедет в аэропорт. Вот так вот он с утра до вечера и курсирует.
И никаких вам машинистов, никаких пенсий и прочего. Ну, конечно, надо обслуживать его в плане механики, следить за безопасностью, проводить ремонтные работы и так далее. А вот стоимость AirTrain 8,25. Прибавляем к нему 2,75 стоимость нью-йоркского метро. И получается, что самый дешевый способ добраться до Нью-Йорка из JFK – это связка AirTrain метро, и обойдется она вам в $11. Конечно, большая проблема, что метро не связано с самим аэропортом, что сделана вот такая вот прокладка в виде AirTrain. Не факт, что она была сильно нужна. Но, в общем, вот такой вот способ зарабатывания денег тоже есть. Так, оплачиваем все здесь кредиткой. Если честно, на вокзале Джамайка меня больше всего удивило это. Это кафешка Tim Hortons. Если помните, когда я путешествовал в сторону Канады, то рассказывал, что это канадская сеть, которая практически не бывает в отдалении от канадо-американской границы. То есть рядом с Канадой они встречаются, а дальше я их никогда не видел. И вот я впервые увидел Tim Hortons не где-нибудь, а в Квинсе. Удивительное рядом. Реально удивительное рядом. Ну, судя по отзывам, так себе. Народ ругается. Интересно, что вокзалы, по-моему, во всем мире примерно одинаковые. Ну, то есть, есть, конечно, классные, красивые вокзалы, но вообще у слова «вокзал» есть какой-то синоним «плохо». Вот здесь то же самое. Куча народу, вонь, мусор валяется, какая-то непонятная схема движения. Хотя вроде все свежее и не так давно построено. Но что-то у них не получилось создать уютный вокзальчик. Хотя огромный пассажиропоток. Представляете, вот все люди, которые с чемоданами, это все либо на самолет, либо с самолета. Но в данном случае на самолет. По входу стоят машины полиции МТА. Потому что здесь зона их ответственности и охраны порядка на вокзале и прилегающих территориях занимаются и нью-йоркская полиция, там они дежурят, и полиция МТА. Кстати, нифига они не один раз снимают. Два раза с меня сняли. За вход и за выход. 16.50 мне обошлась поездочка по кругу на AirTrain. Не бюджетненько так, не бюджетненько. Ну что, давайте пройдем дальше. Наш сегодняшний маршрут будет пролегать по Jamaica Avenue. Но какое еще может быть название у улицы, которая находится в таком районе и является центральной? Jamaica Avenue – это такая местная главная коммерческая зона, главная торговая улица. Причем торговая она уже много-много лет подряд, с тех пор, как здесь когда-то зародился город, который развивался отдельно от Нью-Йорка, рос, ширился и обрастал, естественно, кучей всяких магазинов, ресторанов и прочих коммерческих заведений. Но сейчас мы посмотрим, что от всего этого, что от былой роскоши здесь осталось. Она сейчас выглядит, конечно, довольно странно. Такой микс всего подряд. Но и, как и во многих других, далеко не самых богатых нью-йоркских районах, улица представляет из себя такой какой-то бесконечный уличный вещевой рынок. Здесь очень интересно, что стоят старые фонари. Посмотрите на их форму. Старые нью-йоркские фонари в стиле ар-деко. Но на них поменяли лампы на современные светодиодные. И выглядят они теперь как бы немножко странновато, на мой взгляд. Хотя дизайн у них классный. Но в окружающее пространство они вписываются довольно странно. Ну вот смотрите, что у метро за магазин. Где еще Моисея найдешь соседствующего с Иудой, Мартой Доминадорой, папой Кандела, животными и смертью с совой. А еще с зеленой женщиной, беременной землей. Этот культ мне вообще неизвестен. Здесь снова смерть. Здесь что-то египетское. Снова египетская. Контрасты. Оп. Тут прямо какой-то пантеон богов африканских. Смотрите, сколько разных. Включая мужика в красных штанах с трубкой. Иисус так здесь сбоку затесался.
Если у них такая витрина интересная, я прям боюсь внутрь заходить. Представляю, что там внутри продается. Все население района в одной картинке. Слева африканские волосы, справа центральноамериканская еда. Я, кстати, первый раз вижу такое позиционирование. Обычно пишут латиноамериканское, а здесь центральноамериканское встречается уже не первый раз. Вот что у них имеется в виду под словом «центроамерикана». Белиз, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама. Все сразу. Очень удобно. А еще здесь непривычно много сальвадорских ресторанов. Они идут отдельно от центральноамериканских. То есть они не считают себя частью этого общества. Соседний поступил хитрее. Он называется Spanish. К Испании не имеет никакого отношения. Смотрите, здесь три варианта, ну то, чтобы я назвал латиноамериканских ресторанов. Центральноамериканский, сальвадорский и испанский. Руки у тебя просто золотые, как, впрочем, и голова. Малазийские человеческие волосы. Меня пугает мысль о том, как их добыли в Малайзии. Выглядит, конечно, страшно. Еще, конечно, зачетная торговля матрасами. Просто навалили их на обочине, и все. Хорошо, дождя нету. Какая-то же вещевая ярмарка в Сокольниках. Или Юнона, я еще не определился. Мебель, предметы интерьера, выставленные в местном мебельном магазине, очень многое говорят о вкусах местного населения. Сил донести мусор до мусорки не хватило. Кончились на подходе. А еще мне нравится чувак, который чинит машину вот так вот посредине всего этого. Район до 60-х годов был в основном с белым населением. Довольно неплохо развивался. Здесь было много приличных магазинов, хороших ресторанов. Ну, вообще уровень района был вполне близок к уровню Манхэттена. И публика здесь жила довольно обеспеченная. Было благополучное, хорошее нью-йоркское место. Но все начало меняться в конце 60-х, в начале 70-х. И район прошел через те же самые трансформации, через которые прошли многие нью-йоркские районы, про которые я вам рассказывал. Ну, к примеру, Инвуд. Автомат для приема тары. Можно сдавать банки и бутылки. Ну, главной проблемой это расовая сегрегация. Проблема деиндустриализации города, то есть сокращение рабочих мест. И последующего оттока населения. Но про это я рассказываю чуть ли уже не в каждой серии, как это происходило, поэтому повторяться не буду. В общем, отсюда белые жители в 70-х годах начали уезжать. Очень много начало уезжать в самом конце 70-х и 80-х. И на их место стали заезжать черные жители. Район, который называется Южная Джамайка, South Jamaica. Он вообще был в основном афроамериканским. Health Response Team. Я даже не знаю, что это такое. А потом отсюда начали уезжать даже черные жители, потому что очень сильно вырос уровень преступности. Южная Джамайка получила прозвище Crackland. Там была тотальная торговля крэком, контролировала все. Это одна из местных банд, которая называлась Supreme Gang. У них выручка составляла около 200 тысяч долларов в день. Они нанимали местных подростков до 16 лет, которые занимались торговлей, и которых нельзя было привлечь за это. Подростки, естественно, на это дело шли, потому что заработок такого чувака, который толкал дурь на перекрестке, составлял от 250 до 500 долларов в день, и это в 80-х годах. И район погряз в разборках, в убийстве, в наркоторговле и в прочих нехороших вещах. Ну и, естественно, банда Южная Джамайка находится от нас сейчас справа, но банда, конечно же, влияла и на все окрестности, включая на Джамайка Эвеню. Локация, которая у нас на пути, довольно неожиданная, называется King Manor. Это дом Руфуса Кинга.
Кинг был делегатом от Массачусетса на континентальном конгрессе и на филадельфийском конвенте 1787 года, где подписал Конституцию США. Кинг является одним из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. А в 1789 году он стал первым сенатором США от штата Нью-Йорк. Еще Кинг был одним из первых послов Америки в Великобритании, в Соединенном Королевстве. И когда вернулся обратно, захотел загородной жизни, который привык за время жизни в Англии. И приехав сюда, он купил загородное поместье, которое находилось рядом с городом Джамейка. Тогда это были в основном сельхозугодья, здесь не было никакой такой плотной застройки. И местность представляла из себя вот примерно то, что мы видим сейчас на экране. Большие частные дома, фермы и многое-многое другое. Дом, который купил Кинг, был построен в 1730-х годах. Точную дату никто не знает, потому что его несколько раз перестраивали и достраивали. Сейчас в доме, конечно же, музей, а вокруг разбили парк, который открыт для местных жителей. Музей работает по часам, и вне часов работы вот эти вот ворота закрывают, и к особняку не подойти. Ну, внутри интерьеры того времени, когда здесь жил Кинг, и музейная экспозиция, посвященная отцу-основателю Соединенных Штатов Америки. Кинг еще был аболиционистом и платил своим работникам, в отличие от соседей, которые содержали рабов. У него были рабы, но он их выкупил для того, чтобы потом просто освободить. Умер он в этом особняке 29 апреля 1827 года и похоронен на кладбище, которое находится по соседству. Сейчас мы прямо мимо него пойдем. Это мужик с металлоискателем там бродит и что-то ищет в парке. Я правильно понимаю? Кстати, в парках, по-моему, нью-йоркских с металлоискателем ходить запрещено. Ну да, это мужик с металлоискателем. Это, тут реально запрещено ходить с металлоискателями. Ну, это Квинс, кто ему что скажет-то? Можно было пройти через парк, но я решил вернуться обратно, чтобы показать вам вот еще одно из интересных заведений, которые здесь находятся. Вот прямо напротив меня такой многоярусный паркинг, а за ним здание, в котором всегда стоит очень много полицейских машин. Вот это оно. Это главная лаборатория нью-йоркской полиции. Это самая большая лаборатория из подобных в Соединенных Штатах Америки. В этом здании находится баллистическая лаборатория, где они отстреливают все стволы, которые изымают во время следствия, во время арестов. Здесь изучают ДНК подозреваемых, здесь находится огромная база и работает огромное количество разных криминалистических экспертов. У полицейских машин, которые стоят, как определить, что за подразделение? Смотрите на полицейские тачки, припаркованные у здания. Смотрите, стоит машина, на ней номер машины, год, когда она введена в эксплуатацию, 16-й год, а дальше CSU, Crime Scene Unit, то есть подразделение места преступления. И во дворе у них еще стоят тоже машины, которые такие мобильные лаборатории, но я не буду их снимать, потому что потом устану объяснять, зачем я это делал. Все, блин, подозрительные, несмотря на законы, все равно все нервничают. Дальше пройдем скоро все эти государственные учреждения и погрузимся в настоящую реальную жизнь. Довольно симпатичное такое здание в итальянском стиле церкви. Это когда-то была первая реформаторская церковь района. Когда в 80-х в этом районе начались серьезные проблемы с наркотиками, с преступностью, то власти занялись вопросом, чем занять подростков. Потому что одна из проблем, что подросткам было просто некуда идти. И тогда они открыли вот этот вот центр, которому уже 50 лет, это было в 70-х годах. И несколько зданий района, одно из них церкви, а одно из них старое здание регистрационной палаты, отдали под искусство. Там занимаются театром, занимаются музыкой и многими другими вещами. А напротив еще огромное такое массивное здание, не очень симпатичное, но тем не менее это здание социальной администрации.
А здесь чувак прямо напротив торгует ботинками из машины. Ботинками и флагами разных государств. Неожиданное, конечно, бизнес-решение. Из Мерседеса торговать ботинками. С левой стороны это здание англиканской церкви, называется Грейс. Она построена в 1861 году, и рядом с ним находится кладбище, на котором тот самый Кинг и похоронен. И эта церковь до сих пор действует по своему прямому назначению. Я уж не знаю, сколько у них здесь прихожан, но, тем не менее, церковь работает. Смотрите, какой у торговца домик просто, чтобы не мерзнуть на улице. Он себе сделал такую штуку и в ней сидит. Молодец, находчивый. Я много странной в городе фигни видел, но такое вижу первый раз. Я думал, что это еда, а это мобильный салон красоты. Видите, у них ценник есть. Мейкап – $32. Брови, ваксинг, маникюр, педикюр – 25. Королевский педикюр, что бы это ни значило. Офигеть. И там серьезно сидят девушки, скучают, которые делают вам красоту. А задний генератор работает. Блин, чего такого в Нью-Йорке не бывает? Офигеть. Чё? Скажи, мужик, да? Чего такого в Нью-Йорке не бывает? Не будет ни крыс, ни тараканов, ни комаров. Ничего ещё не будет. Очередные адвокаты. Довольно много полицейских дежурит на улице, практически на каждом квартале. Стоит по парочке патрульных с этой стороны, вон еще парочка стоит с той стороны. Район, конечно, сейчас, я не могу сказать, что прям самый безопасный в Нью-Йорке, но и того, что здесь было в 80-х, тоже давным-давно уже нет. Когда-то здесь, конечно, уровень преступности был просто зашкаливающий. Здесь реально было опасно жить, опасно гулять по улицам и... В общем, вам бы не понравилась Джамайка. В этом-то, собственно, и была причина, почему отсюда стало уезжать даже черное население. Потому что не надо всех черных жителей записывать в преступники и наркоторговцы. Огромное количество людей честно работало, строило свою жизнь, карьеру, воспитывало детей. Но вот так вот получилось, что оказалась она в одном районе, где происходит «We only talk about real shit when we are fucked up». Мы говорим о плохих вещах, когда они действительно случаются. Так, наверное, можно прилично перевести эту фразу. В районе было огромное количество вполне себе приличных жителей, которые работали, строили карьеру, воспитывали детей и хотели жить совершенно нормальной жизнью, не иметь никакого отношения ни к наркоторговле, ни к чему другому. И когда начались здесь проблемы, когда в школе стали торговать наркотиками, то родители стали отсюда уезжать. Это еще больше обрушило цены на недвижимость. Она и так упала после оттока белого населения. И в итоге из района даже побежали черные. Вот тот самый Крэкленд в Южной Джамайке повлиял очень-очень негативно на район, на его историю. И сейчас мы, можно сказать, наблюдаем ренессанс Джамайки. Сейчас она потихонечку восстанавливается и обрастает новыми магазинами, новыми ресторанами, новыми торговыми центрами и так далее. Ну вот здесь можно посмотреть на кусочек истории того, что когда-то было, и того, что с ним стало. Напротив, узкое здание – это здание Джамайского сберегательного банка, которое было построено в 1897 году и в стиле Бозар. Видите, такое роскошное, богатое здание. Когда-то банки в каждом городе были свои собственные, не было федерального межштатного банкинга, и эти банки становились довольно большими и крупными. Когда-то, как я уже сказал, Джамайка была довольно активно развивающимся городом, и банк... входил в топ-100 банков страны. Он был на 57-м месте, банк Джамайки. А в 1964 году банк построил себе новую штаб-квартиру прямо напротив старой. Вот этот старый банк, а вот этот был такой модернистский новый. Видите, здание стало гораздо больше, но ни оно, ни старое, ни новое сейчас не является банком. В старом находится на первом этаже, по-моему, это сеть филиппинских ресторанов, если не ошибаюсь, которые продают курицу, а вместо картошки фри дают спагетти. А с этой стороны находится магазин с одеждой. Банка не сохранилась. Сам банк был несколько раз поменял владельца и в итоге стал частью Capital One банка.
Здание за ним тоже в стиле Бозар, немножко напоминает полицейское управление, но это была та самая регистрационная палата Квинса, которую отдали под Центр искусств. Основное здание Центра искусств находится в этом здании, а второе, мы с вами видели, оно находится в церкви. Ну и за ним еще один банк, который удивительным образом до сих пор работает. В нем находится Чейз. Судя по раскраске, здесь запрещено движение обычных автомобилей и могут ездить только автобусы. Видите, все автомобили должны с 6 утра до 7 вечера поворачивать направо. Вот как такое красивое здание можно было так снизу изуродовать. В таких районах всегда два мира. Сверху один, а снизу другой. Часто сверху, причем, мир заброшенный и заколоченный. Вот видите, нижние этажи работают, работали точнее, а сверху просто все заложено. Вообще, американцы за такое очень сильно ругаются. Если бы где-нибудь в моей деревне висел такой флаг, чуваку бы заходили несколько раз в день и говорили: пожалуйста, его сними, правильным образом утилизируй и повесь нормальный, новый, красивый. Так к флагу относиться в Америке люди не хотят и не могут. Так, Gypsy Cab. В ювелирном магазине записано аудиосообщение. 50% скидка, один день только. Интересно, кто-нибудь на это клюет вообще или нет? Ну, звук зачетный. Какой ты сегодня? Точнее, какая? От былой роскоши, от былого района осталось довольно много вот старых красивых зданий, большинство из которых, конечно, сейчас работают совершенно не по своему назначению. Вот впереди на перекрестке вы можете увидеть довольно интересное здание в стиле арт-деко, причем его фасад, силуэт, который сделан темной плиткой на его фасаде, повторяет отчасти, как мне кажется, верхушку Empire State Building. Это здание магазина Джей Курц и сыновья. Основатель этой компании родился в Германии, переехал в конце 19 века в Америку, открыл в Бруклине мебельный бизнес и привлек к этому делу своих сыновей, которые помогали. И дальше компания начала разрастаться и открывать магазин за пределами Бруклина. И в 1931 году они заказали себе новое здание, построили, и в нем расположился магазин компании Джей Курц и сыновья. Сейчас там уже никакого мебельного магазина давным-давно нет. Собственно, самой компании давным-давно нет, потому что сыновья постарели, умерли, а наследники решили, что такой бизнес их не интересует, и компания просто исчезла. Здание было продано, и сейчас в нем находится на первом этаже магазин детской одежды, а наверху сидят какие-то арендаторы. Но здание, к сожалению, находится в состоянии далеком от того, в котором бы хотелось, наверное, чтобы оно находилось. Выглядит оно не очень ухоженным, потрепанным немножко, но я думаю, что его восстановят, оно находится в реестре исторических мест, фасад уже нельзя менять, и надеюсь, что район сможет вернуть себе нормальное экономическое состояние, в него придут нормальные арендаторы, заменят все эти дешевые бесконечные магазины, и здания начнут восстанавливаться. Но, к сожалению, эта история не только про магазин Курца, а еще и про многие другие некогда роскошные когда-то местные магазины. Здание вообще какое-то непонятное в состоянии. На первом этаже находится управление Квинса по условно-досрочному освобождению. Вот вам и прекрасное арт-деко. Ну, конечно, здание заслуживает лучшей участи, чем быть в центре мусора. Какой-то, кстати, древний прикольный стул. Его отреставрировать и больших денег будет стоить. Вот так вот выглядят первые этажи этого здания, там, где что-то работает. Но в основном все закрыто, заколочено. Магазин, по-моему, тоже закрылся. В любом другом месте, в нормальном городе, была же жемчужина. А здесь люди даже не обращают на этот дом никакого внимания. Всем пофигу. Спроси у тех, кто проходит по улице, какой у него стиль, они даже не поймут, о чем был вопрос. Здание реально крутое. Сейчас, конечно, здесь в основном разная такая разносортная, дешевая, бюджетная торговля. Ну вот магазины вот такого плана.
все типа со скидкой и по низким ценам. От одежды, электроники, оптики, мебели, чего угодно, но все, собственно, прямо кричит. Зайди ко мне, купи с какой-нибудь огромной скидкой. Вот видите, распродажа со скидкой 80%. Но всем этим надписям верить не стоит, потому что в таких магазинах обычно скидки идут всегда. Это просто их такая маркетинговая уловка. Они таким образом продают свои товары. Название, конечно, огонь. Electronic for best. Best what? Электроника для лучшего. Лучшего чего? До 1977 года здесь была надземная ветка метро, и мы бы сейчас стояли в тени, а у нас над головой бы грохотали поезда. Сейчас эту картину уже даже невозможно себе представить. Надземную ветку построили здесь в 1918 году, и проработала она до 1977 года, после чего ее закрыли и демонтировали. И это на самом деле очень сильно ударило по району и отразилось на том, как здесь дальше развивалась местная экономика. После ухода метро закрылось несколько больших магазинов и куча мелких. Все, что осталось сегодня от метро, это вот это вот здание с заколоченными окнами, где-то когда-то находилась диспетчерская вышка. Внизу были магазины, а наверху сидели диспетчеры, управлявшие движением поездов. Сейчас здание внизу занимает ресторан сети быстрого питания Boston Market, который никогда не был. А наверху все заброшено и заколочено. Я свернул на 165-ю улицу, и это местная пешеходная зона. Местный такой коммерческий молл, который призван был развивать экономику района. Тут находится большое количество магазинов, и это тоже такой остаток старой истории района, когда еще здесь жило белое население, и магазины были, ну, не совсем такими, которые мы видим сегодня. Сегодня напоминает просто такой вещевой рынок под открытым небом. Здесь запрещено движение машин, правда, они почему-то все равно ездят. Но улица как бы считается пешеходной. Появилась она благодаря автобусному вокзалу, который построили за углом. Мы сейчас до него доберемся, я не знаю, он работает сейчас или нет. Его собирались закрыть. Но вот автобусный вокзал, сам и станция метро, которая была у меня за спиной, были таким местным транспортным центром, который привлек к развитию большой коммерческой зоны. Странные какие-то очень уличные скульптуры. Ну, вообще я их не понимаю, честно говоря. Иногда уличное искусство бывает интересным, иногда бывает странным. Вот это, по-моему, второй вариант. Когда появился автобусный вокзал, улица стала пешеходным переходом между автобусами и метро. И, конечно же, быстро превратилась в коммерческую зону, на которой открылось множество магазинов. Она несколько раз страдала от довольно серьезных пожаров. Здесь несколько раз горело все очень-очень серьезно. Магазины сгорали десятками. Ну и за эти годы она очень сильно поменяла то, что продается в магазинах. Ну, сейчас вообще не лучшие времена. Очень многие вещи, очень многие магазины закрыты. Ну, а те, что работают, ассортимент рассчитан в основном, конечно, на местных жителей. Главной торговой точкой этой улицы был Jamaica Coliseum Mall. Мол Колизей, который открылся на месте закрывшегося магазина Macy's. Закрылся он как раз в 1977 году, когда отсюда ушло метро. И вот закрытие Macy's очень сильно ударило по району, именно экономически. Но этот мол стал на самом деле довольно интересным и культовым местом для Джамайки. Сейчас я зайду внутрь, вам покажу, как это выглядит, и расскажу, в чем его знаковость. Опять же, возвращаясь к району, я думаю, что я вам уже сказал про ассортимент товаров в витрине. Ну и вот, например, есть еще и вот такие вот местные муралы. Думаю, не надо говорить, кто на них изображен. Если говорить об этом месте, то оно является по-настоящему культовым среди рэперов и хип-хоперов. Многие из них выросли в соседних районах, и многие из них покупали когда-то в Колизее одежду или снимали здесь даже свои клипы. Например, музыкальный
коллектив Run DMC, они выросли в соседнем районе Холлис. У них был первый клип на MTV. И один из своих клипов они снимали здесь и ходили в Колизей за одеждой. 50 Cent, который родился в Южной Ямайке, который вырос в соседнем районе, тоже ходил сюда за покупками. LL Cool J и Wu-Tang Clan снимали здесь свои клипы. А в своем личном путеводителе по Нью-Йорку 50 Cent рекомендовал Колизей как место, куда надо поехать, если вы хотите купить что-то модное и очень недорогое. Если хотите что-нибудь купить, покиньте Манхэттен и отправляйтесь в Квинс. Кроссовки и тому подобное. Если вам нравится спортивная одежда, у них есть все. Когда вы доберетесь до Джамайки в Квинс, зайдите в торговый центр Колизей. Там можно найти все самое модное за небольшую цену. 50 Cent. И еще в Колизее пришел в свое время к успеху иммигрант из Суринама, которого звали Эдди Плейн. Он был первым человеком, который придумал накладные золотые коронки, которые стали невероятно популярными у рэп-исполнителей. Эдди начал свою карьеру с подвалов Бруклина, работал в ломбарде в Квинсе, поссорился с его хозяином и открыл собственный магазин в Колизее, который назывался «Famous Eddie's». Коронки он придумал, когда поехал к себе на родину в Суринам, сломал там зубы, и местный стоматолог предложил ему вот такое решение. Сам он их не любил носить, но понял, что это может стать популярным у афроамериканских исполнителей, и начал предлагать коронки на заказ. Очень быстро он стал известен в музыкальной среде, даже смог заработать на даунпеймент на большой дом с бассейном на Лонг-Айленде, но, к сожалению, потом его коронки начали копировать все подряд, и Эдди переехал из Нью-Йорка в Атланту, начал там бизнес еще раз и добился, как он сказал, еще большего успеха, чем в Нью-Йорке. Многие рэперы переезжали в Атланту, и там начала расцветать эта самая культура. Странно, конечно, выглядит, мол, такое ощущение, что все находится под землей. Сейчас я обойду здесь первый этаж, а потом спущусь под землю. Много кроссовок, много ювелирки, много каких-то дизайнерских, ну, таких вот афроамериканских брендов, африканских причем, вот, одежда явно африканских цветов. И, ну, вот такие штуки. Это печать футболок на заказ. Африканская одежда, там сидит мужик и что-то шьет. Причем не один, там несколько сидят и шьют одежду прямо здесь. Вау! Шубы. Вот такая вот шапка-ушанка для Квинса. Так, надо идти вниз, короче. Здесь, по-моему, самое жирное все внизу. Здесь даже эскалатор есть. Что-то такой эскалатор эконом-вариант. Вниз своим ходом, а наверх вас уже поднимут. Да, судя по всему, вся ювелирка находится здесь внизу. Блин, ее тут реально дофига. Да, это весь этаж, это ювелирные украшения. Ну, есть знаменитый Diamond District на Манхэттене. Мы там эту картину с вами уже наблюдали. Золотые накладки на зубы. Класс. До недавнего времени Колизеем был крупнейшей в Квинсе ювелирной биржей. Как сейчас дела обстоят, я не знаю, но я поговорил с владельцем одной из торговых точек. Он сказал, что бизнес сейчас идет гораздо хуже, чем шел он здесь в конце 80-х. Он здесь был первым и работал с 87-го года. Сейчас многие торговые точки закрылись, и продажи в основном идут через интернет. В общем, у него нерадостное настроение, когда он со мной разговаривал. Ну, показал мне, разрешил снять его ювелирные изделия. И выглядит это, конечно, забавно, вот эта вот культура накладных зубов золотых и бриллиантовых довольно необычно для меня и, конечно, популярно в основном в афроамериканской среде. Здесь везде продают золотые накладки. Вот они. Накладки на зубы. И, кстати, думаю, что здесь часть продавцов говорит по-русски, потому что здесь явно работают бухарские евреи. Не очень понятно, кто из них кто, но если походить, пообщаться, думаю, что можно найти. Золото, кроссовки, модная одежда и все. И даже есть фудкорт, но, конечно, выглядит он очень-очень грустно. Да, фудкорт не взлетел, точнее, приземлился, по-моему, навсегда. Да. Я. Что вы здесь для? И почему вы берете фотографии?
Даже по входу видно, что времена Колизея уже давным-давно позади. Они даже помыть его не могут, вход. Самое странное, это, конечно, припаркованная у входа Бентли. Кто-то за золотыми коронками приехал, похоже. Если говорить еще про известных рэперов из Квинса, то в Южной Джамайке выросла Ники Минаж, которую мать привезла в возрасте 5 лет из Тринидада и Тобаго. Выросла она, на самом деле, всего лишь в нескольких кварталах от 50 Цента. Они жили буквально на расстоянии 5 минут ходьбы друг от друга, но у них большая разница в возрасте, около 10 лет. 50 Цента зовут, на самом деле, Кертис Джексон. Вырос он в Южной Джамайке, а его мать занималась торговлей наркотиками и погибла, когда Кертису было всего 8 лет. В итоге воспитали его бабушка и дедушка, а в школе он начал торговать наркотиками и оружием. Бабушке и дедушке он говорил, что ходит на дополнительные занятия, и они ему верили. В 19 лет Кертиса арестовали и посадили за торговлю наркотиками, и жизнь его могла закончиться довольно печально. Свой сценический псевдоним Кертис Джексон взял от бруклинского грабителя Кельвина Мартина, которого называли 50 центов. По одной из версий, такой прозвище он получил за то, что был готов ограбить любого человека, несмотря на то, сколько денег у него в кармане, даже если там лежало всего лишь 50 центов. По другой версии, что когда-то он выиграл в кости $500, начав игру всего лишь с 50 центами. Как было на самом деле, никто не знает, но Кертис Джексон объяснял это тем, что его кумир говорил все, что хотел, а он такой же человек и готов сделать все, что угодно, чтобы обеспечить себя и свою семью. В общем, от Мола я ожидал как-то большего, но, в общем, что есть, то есть. Пойдемте с вами гулять дальше и смотреть, что здесь еще интересного. А, собственно, буквально за углом вот это вот огромное закрытое пространство, вот это вот огромное количество закрытых магазинных витрин, это старый автобусный вокзал, с которого здесь все началось в 30-х годах. Его в прошлом году продали и как бы собирались закрыть, чтобы на месте вокзала построить какое-то новое здание. Но, судя по тому, что автобусы стоят, вокзал еще работает. Ну, давайте просто прогуляемся с вами через территорию вокзала и посмотрим, как это выглядит. Выглядит, в общем, так же грустно, как и все остальное вокруг. Здесь ходят автобусы, которые обслуживают этот район, те, которые идут к метро, которые мы видели в огромном количестве. Они бело-голубые, это нью-йоркский автобус МТА. Плюс к ним еще ходят автобусы, которые соединяют Нью-Йорк с соседним каунти Нассау. На Лонг-Айленде это уже не Нью-Йорк-Сити, это уже штат Нью-Йорк. И автобусы, видите, оранжевого, бело-оранжевого цвета. У них другая раскраска. Компания называется Nice. Ну, в общем, если вы ожидали от автобусного вокзала Квинса какой-то современности, прогрессивности и красоты, то вы ее здесь не найдете. Все выглядит довольно уныло и грустно. Выглядит как вокзал в каком-то зачуханном провинциальном городе, как мне кажется. Если вы увлекаетесь автобусами, то вам нужно в Джамайку. Столько разновидностей я, наверное, нигде не видел. Любые. И они здесь со всех сторон бесконечны. У них, как в аэропорту, здесь есть специальный человек, который руководит процессом заезда и выезда автобусов. Такая движуха здесь, конечно, в этом автобусном парке. Хаос, по-моему. О, смотрите, что летит. Блэк-хоки. Вот полетели. Офигеть, у них движуха. Назад, вперед. Сразу за вокзалом находится очень интересное здание, на самом деле самое интересное здание, которое есть в этом районе. Ради него я бы даже, наверное, сюда приехал. Если бы не хотел изучить все остальное, то одно это здание является такой точкой притяжения. Я вам покажу сейчас, что это такое, но посмотреть на него надо будет с другой стороны. С этой стороны, я думаю, что непонятно. Просто какая-то массивная, огромная кирпичная стена.
Если посмотреть вот с этой стороны, перейти на другую сторону улицы, то видно, что, думаю, что понятно, что это здание какого-то большого театра с такой вот большой пожарной лестницей, которая ведет на улицу с разных ярусов. Но фасад у театра выглядит куда наряднее, куда красивее, чем вот эта вот мрачная, грязная кирпичная стена. Для того, чтобы увидеть театр во всей красе, нам сейчас нужно будет вернуться обратно на Jamaica Avenue и повернуть направо. В начале 20 века в Чикаго компания Balaban & Katz, Балабан был выходцем из семьи иммигрантов из Российской империи, разработали концепцию чудо-театров, которые совмещали в себе функцию водевиля и кинотеатра. Но самой главной фишкой была общая архитектура здания, такая показная, зашкаливающая роскошь и общий уровень комфорта, который еще никогда не встречался на рынке кинопоказов. Флагманом их огромной сети, которая работала в Чикаго на Среднем Западе, был театр Балабана и Каца Чикаго. Глава Paramount Publix Адольф Цукер, который приобрел успешную сеть театров Балабана и Каца, в 1926 году начал расширять сеть кинотеатров за пределы Среднего Запада и хотел открыть сеть театров в Нью-Йорке. Но в Нью-Йорке к тому моменту уже главенствующей была компания Lowe. Эта компания основана была в 1904 году в Цинциннати, штат Огайо, предпринимателем Маркусом Лоу. В итоге Лоу начал развивать чикагский концепт в Нью-Йорке и построил 5 чудо-театров. На 175-й улице Манхэттена, он был у меня в одной из прогулок по тому району, в Бруклине, он называется Кингс Театр в Бронксе, на Гранд Конкурс он называется Парадайз в Джерси-Сити, и то, что мы видим сейчас в Квинсе на Джамайка-Эвеню. Театр на Джамайка-Эвеню открылся первым и был назван Ло Валенсия. Чудо-театры должны были сделать фирму Лоу лидером в области кинопроката и одновременно служить фантастическим, но доступным убежищем для людей всех классов, где они могли бы отвлечься от скуки и тревог их повседневной жизни. Валенсия является отличной иллюстрацией этого подхода с ее архитектурой в испано-мексиканском стиле барокко, с позолоченными орнаментами, насыщенными цветами и очень сложной резьбой. Театр предлагал зрителям водевили кинофильмы, которые показывали под аккомпанемент большого органа, выпущенного компанией Роберта Мортона с 4 клавиатурами и 23 рядами труб. В начале 1935 года Валенсия прекратила показ театральных представлений и перешла полностью на кино. До 60-х годов театр Лоу Валенсия был самым успешным кинотеатром Квинса, но в 1977 году из-за сокращения аудитории и потери доходов закрылся. Преподобный Джонни Вашингтон из церкви Скини и молитвы за всех людей увидел красоту театра и атмосферу, которая заставляет вас чувствовать, что вы находитесь в каком-то священном месте. Он договорился с корпорацией Лоу о передаче театра в дар церкви, точнее о символической покупке за $1. По договору церковь получила его в довольно запущенном состоянии и взяла на себя ответственность за весь необходимый ремонт. Он обошелся более чем в $200,000, что для церкви из бедного черного района было огромной суммой. Они провели сбор средств среди прихожан и жителей района и смогли собрать необходимую сумму, которая покрыла затраты на покраску интерьера, замену коврового покрытия и замена чехов на сиденьях. Все остальное, на удивление, находилось в хорошем состоянии. Театр был очень качественно построен в свое время. Интерьеры театра были восстановлены до состояния на момент его открытия. Единственная вещь внутри театра сегодня, которая не является оригинальной, это огромная люстра, которая висит в зале, потому что там не хватало света. Внешний вид здания был признан достопримечательностью Нью-Йорка в 1999 году, и теперь запрещено менять какие-либо внешние детали на его фасаде. Интерьер не является достопримечательностью, но он выглядит максимально оригинально. К сожалению, за прошедшие годы количество прихожан церкви очень сильно сократилось, и сегодня ее посещает всего 250 человек, поэтому денег на то, чтобы повторить подобный ремонт, у них нету и, наверное, никогда не появится. Чтобы оценить всю величественность сооружения, надо, конечно же, зайти внутрь, но у меня не получилось это сделать. Можно попробовать приехать сюда в воскресенье, когда в театре проходит служба, и попроситься посидеть в зале. Я думаю, что это может получиться, но для этого нам нужно приезжать сюда в воскресенье, либо утром, либо вечером. Театр, кстати, сделал так же, как и многие другие театры. Например, в Баффало, помните, я показывал? Земля на главной улице дороже, чем на соседнем квартале. Поэтому сам театр находится на минус одном здании от центральной улицы, но к центральной улице провезен его помпезный вход. Таким образом, и театр построен где надо, и деньги сэкономлены. Мне кажется, это очень грамотный и разумный подход. Но вы видите, когда я обходил здание со стороны, это было, как мне кажется, хорошо заметно. Ah,
были. Слушайте, сколько здесь нарядной одежды. Вообще, этот район очень сильно напоминает Нью-Йорк, застрявший в прошлом. И по вывескам, и по дизайну, и по атмосфере, но еще и по одежде витринах. Ну где вот такие вот платья найдете? Я даже не знаю, особенно вот с такими шляпами. Здесь есть интересное здание, на которое, если посмотреть, то покажется, что оно, ну, совершенно ужасно. И вообще непонятно, зачем об этом здании говорить. Вот оно прямо передо мной сейчас. Видите, большой фасад, на котором написано, что сдается в аренду. Давайте я подойду немножко с другого ракурса и покажу вам это здание целиком. Ну, согласитесь, какая-то непонятная, странная коробка, которая точно не должна вызывать каких-то положительных чувств и уж тем более желание сохранить. На самом деле, это очень крутое архитектурное здание. Надо лишь посмотреть на его оригинальное состояние, и вы все сразу поймете. Вот так оно выглядит сегодня, а вот так оно выглядело в тот момент, когда было построено и открыто. Почувствуйте разницу. И на старых фотографиях оно выглядит просто прекрасно. Это здание мебельного магазина братьев Спирс, которые были одними из пионеров продажи мебели в кредит. На фасадах всех их магазинов висели часы и знаменитый лозунг «Мы даем вам время». Они с самого начала знали, что могут заработать в два раза больше денег, продавая мебель, выплаченную со временем, с процентами. Во время Великой депрессии такой подход помог компании не только выжить, но и развиваться. У многих людей просто не было денег, чтобы покупать сразу большие дорогие предметы, такие как мебель. И продажа в кредит была, например, идеальным способом для молодоженов купить себе новую кровать или обстановку для квартиры. Спирс зарабатывал гораздо больше денег, взимая проценты, чем они могли бы заработать, продавая товары по фиксированным ценам. У Спирс были магазины на 23-й и 34-й улицах и 6-й авеню в Манхэттене, а в 1934 году, в разгар Великой депрессии, они смело вышли на рынок Квинса и построили великолепное здание в стиле арт-деко на Джамейка-авеню. В отличие от магазинов начала века, которым требовались большие ряды окон для естественного освещения, этот современный кондиционированный, хорошо освещенный магазин был сделан с минимальным количеством окон именно для того, чтобы ничто не отвлекало их клиентов от процесса покупки. Спирс продавал все для дома – мебель, ковры, лампы, радиоприемники и даже пианино. И все хорошего качества по сниженным ценам. Магазин на Джамайка-авеню процветал до 50-х годов. Но когда в 50-х годах братья начали стареть и умирать, то интересы их семьи перешли в другие области, и компания закрылась. Место на Джамайка было заменено мебельным магазином «Сакс». Натанель, последний из братьев, умер на пенсии во Флориде в 1968 году. В 1980-х годах здание превратилось в многопрофильный магазин по продаже одежды, париков и бижутерии. Компания «Спирс» давно исчезла, но здание до сих пор остается одним из лучших образцов коммерческой архитектуры в стиле арт-деко, которые когда-либо были построены в Квинсе. Это магазин, с другой стороны, на нем была нарисована большая реклама, чтобы ее видели пассажиры, проезжающих мимо поездов. Ну, сейчас все, конечно, выцвело и еле читается. Самое удивительное, что таких магазинов, построенных примерно в одинаковом стиле, здесь два. Следующее здание на углу, на нем написано «Fulton Stores», то есть магазины Фултона. Это еще одна сеть, назывались они иначе. А оригинальное здание называлось по-другому, но это тоже была мебельная компания. Она закрылась, на ее место пришла компания Фултона и тоже закрылась. Удивительно, что три здания, построенные в один исторический период, Великую депрессию, в стиле арт-деко, в этом районе были тремя мебельными магазинами. И что удивительно, ни один из них не выжил. Все эти магазины закрылись. Это здание тоже стояло заброшенным. Сейчас, судя по всему, его выкупили и ремонтируют. Какая грустная сирена у него. И все? Скорая кота крадется просто. И пожарная тоже. Квинс, как я вам рассказывал, является самым
разнообразным этническим районам. Там, где мы гуляли, по Джексон Хайтс, там по статистике максимальное разнообразие, которое можно найти в этом городе. Но вообще в Квинси везде очень много очень разных людей. И в этом, наверное, его один из его больших плюсов, ну и, конечно же, который перетекает в один из его больших недостатков. Потому что люди, которые приезжают из других стран, привозят, как известно, эти страны с собой. И здесь мы можем наблюдать это во всей красе. Пахнет какой-то вот непривычный, но очень вкусный запах едой. И я не знаю, что это. Я такого запаха никогда не чувствовал. Он не какой-то такой экзотический, но вот прям какая-то явно выпечка. Но я ее никогда не ел. Ну, надо сказать, что здесь практически отсутствуют действительно какие-то такие привычные мне лица европейские. А лица все тоже другие, я понимаю. Я также с удивлением смотрю на них, как они смотрят на меня. Когда люди говорят, что Нью-Йорк – величайший город на Земле, я, конечно, с этим, с одной стороны, очень согласен. Это действительно уникальный и в чем-то очень великий город. Но, с другой стороны, показываешь им видео из таких районов, и очень сложно поддерживать дальше уровень дискуссии на таком же уровне. В самом великом городе на Земле не может быть такого дерьма, которое мы наблюдаем вокруг в огромных количествах, к сожалению. Блин, я просто иду офигеваю. Молча. Просто это очень прикольно, конечно. Для меня, конечно, загадка, как в городе, у которого бюджет 100 миллиардов долларов, на самом деле больше в этом году, может быть так, блин, плохо. Как у вас так это получается? Как вы выбираете этих людей? Это же просто загадка. Какой-то активный трафик женщин с тележками здесь. Ямайский ресторан в районе Ямайка, который не имеет к Ямайке никакого отношения. Район, а не ресторан. Ну что, нам осталось узнать буквально несколько вещей. Первое. Центр культуры. Центр культуры чего? Театр африканской поэзии. Реально. Театр африканской поэзии. Я никоим образом не хочу смеяться над африканской поэзией, но, судя по внешнему виду театра, что-то у них, по-моему, не взлетело. Африканская поэзия. В общем, выглядит он как-то скорее мертвым, чем живым. Человек с ковром из Гарлема передает привет, если вы знаете, о чем я говорю. В общем, осталось нам выяснить буквально два вопроса. Мне кажется, самые главные и самые интересные. Первое, сколько здесь стоит жить? Сколько здесь стоит недвижимость? После того, что вы увидели, я еще отошел немножечко в сторону. Ну, то есть, отойду сейчас в кварталы, которые тише и, можно сказать, что комфортнее, чем то, что мы видели. Давайте посмотрим, вот буквально возьмем какие-то дома и посмотрим, сколько там стоит. Купи здесь домик. А второй вопрос, где же здесь родился Дональд Трамп? Сейчас я вам на оба этих вопроса отвечу. Подождите совсем чуть-чуть. Давайте начнем с недвижимости. Вот она прямо перед нами. Вся вот эта вот безумная красота. Вообще люди спокойно по улицам ездят. По-моему, нет. Вторая машина пронеслась какой-то бешеной совершенно скоростью. Ну что, вы готовы? Дама, мы идем по вот этому району. Вот домик впереди продается вот на этой улице за 800 тысяч долларов. Домик чуть в стороне, ну, примерно такая же штука, продается за 599. Давайте посмотрим проданные дома. 138 результат, 138 домов. В общем, цены. 782 тысячи, 580, 700 тысяч, 760 тысяч, 760 тысяч. Так, надо туда дойти. 3 bedroom, 3 bathroom, 760 тысяч. Недавно продан. Давайте как до него дойдем, посмотрим. Мне прям стало это интересно. Если бы у вас было 700 тысяч долларов, вы бы стали жить в этом районе? Мне кажется, я знаю ответ, но вы можете написать его в комментариях.
Похоже, это очень ярко светилось на Рождество. У него еще на крыше стоит куча прожекторов. Ну, судя по почтовым ящикам, по адресам, это все One Family House, то есть дома на одну семью. Но я более чем уверен, что как минимум в этих домах сдается подвал. В Нью-Йорке не бывает простаивающих, пустых, ненужных помещений. Все обязательно сдадут, на всем будут как бы зарабатывать деньги. При таких-то ценах и при таких-то районах. Чуваки, кстати, стоят, бухают на самом деле. У них стоит в пакетике бутылочка, и они к ней прикладываются периодически. Культурно проводят воскресный вечер. Блин, реально Брайтон, один в один. Даже школа как на Брайтоне, блин. Я такое ощущение, что иду по Брайтону бить сейчас. Я не знаю, как у них это получается, но иллюзия классная. Нет, ну жители Брайтона, скажите, что один в один. Вот квартал от Брайтона отходишь в сторону от океана, и будет то же самое. И вот эти дома точно такие же. Вот это дежавю я сейчас словил. Первый человек, который здесь что-то убирает. Вау. Смотрите. 88-30-179-30, Джамайка, Нью-Йорк. 88-32. 88-30. Это вот это вот чудесное здание, покрытое решетками. Полностью, тотально. И вот эта вот хрень. $743 000. Три спальни, три ванные комнаты. Внутри, если вы ожидаете итальянской плитки, мрамора и прочего, то напрасно. $743 000. Какой сумасшедший город Нью-Йорк, конечно. Удивительно не то, что по этой цене их продают. Удивительно, что их по этой цене покупают. Для меня это, конечно, шок. В моей деревне, в Ринглуде, ссылка на видео сейчас на экране, за $749 000 можно купить себе просто роскошный особняк, а не вот эту вот помойку с мусором вокруг. Ричи Невинный приглашает вас на презентацию своей книги. Ричи Невинный. Этажная застройка закончилась у меня за спиной между Jamaica Avenue и Hillside Avenue, на которую я вернулся. С нее я начал нашу прогулку, но только гораздо-гораздо дальше, вот там вот в конце, с левой стороны почти. И сейчас я двигаюсь вверх по холму, и вы видите, что здесь застройка начинает меняться. Поэтому мы прошли в два квартала, но, как водится в Нью-Йорке, жизнь очень сильно начала меняться. Сейчас я пробегусь вперед, перемотаю этот проход, здесь, в общем, ничего особенно интересного нету, и мы дойдем буквально через 5 минут до района, который нас интересует. Ну и можно перемотку включить. Ну что, мы с вами прошли реально два квартала, и жизнь, как я вам обещал, изменилась. Мы вошли с вами в район, который называется Jamaica Estates. Он появился в 1907 году, еще до всего того, что осталось у нас за спиной, и был районом, который застраивался компанией с одноименным названием. Их концепция состояла в том, чтобы построить городской район с комфортом пригородной жизни. Поэтому здесь все выглядит совершенно иначе, чем мы видели буквально 10 минут назад. Здесь большие участки, интересные архитектуры дома. Все это вписано в местный ландшафт, который довольно холмистый и делает район более уютным. Много изогнутых улиц, и застраивалось это все по такой английско-британской концепции, чтобы это выглядело как такой английский благополучный пригород. И, в общем, оно так и выглядит. Сами сравните то, что мы с вами видели совсем недавно, с тем, что у нас на экране сейчас. Большие дома, которые могут уже претендовать на название «мэншины», с гаражами, с драйвеями, с ухоженными территориями
и со всеми остальными плюшками, которые к этому прилагаются, с нормальными соседями и с более высоким качеством жизни. Давайте посмотрим, сколько недвижимость стоит здесь. Вообще, Jamaica Estates является, считается, скажем так, одним из самых дорогих районов Квинса. Я не знаю, насколько это правда, я не могу сказать, соответствует это действительности или нет, но район выглядит очень прилично, и цена дома здесь тоже выше, чем мы видели до этого. Дом на углу продается за 1,3 миллиона. За ним стоит дом, а не 1,2 миллиона. Давайте посмотрим. Почему-то фоток его нету. Во, 1,2 миллиона. 1 миллион 260 тысяч. 4 спальни, 4 басрум. Идем. 85-36 Warren Place. Причем здесь такая довольно именно приятная старая застройка. Именно архитектурно приятная, я бы так сказал. Здесь нету новодельных домов, которые можно встретить где-нибудь в районе Forest Hills Рига Парк. Такие дворцы, которые строят себе старые мигранты. Здесь дома, которые построены в начале века и выглядят как дома, построенные в начале века. Брошенные мерседесы просто стоят на спущенных амортизаторах. Не, хотя нет, вот видите, какие-то элементы новодела встречаются. Вот домик со странным крыльцом вот впереди. Вот за этот дом, которого нет на картинке, просят 1 миллион 320 тысяч. То есть, точнее, его продали недавно за 1 миллион 320 тысяч. Я смотрю на проданные дома. Просить-то можно сколько угодно. А мы сейчас с вами дойдем до дома 85-36. Вот он, 85-36. Скромный домик, 1 260 тысяч. Ничего выдающегося. Уютно, приятно, но довольно маленький участок и довольно небольшой, на самом деле, по площади дом. И вот, в общем, весь район застроен в таком едином стиле. Я бы сказал, что это Тюдор. Такая эмуляция фахтверка с остроконечными крышами. Ну, очень даже приятные домики. Если вы представляли, что Дональд Трамп родился на той же Джамайке, по которой мы гуляли, то я вас немножко расстроил. Родился он в гораздо более приличную часть. Она была богатой, и богатой до сих пор остается. Это все равно, конечно, не тот масштаб роскоши, который мы видели во Франклин Лейкс, и район, который позиционировался как район для upper middle class, конечно, по сегодняшним меркам вызывает у меня улыбку. Но, тем не менее, это все довольно прилично, тихо, спокойно. И красиво. Вот, собственно, дом. Интересно, что дом заброшен. Здесь нет машины, и никто не убирает листья. Все выглядит так, как будто здесь никого нет. Еще, конечно, классная табличка. Не забирайте котят. Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года. Он был четвертым из пяти детей Марии Энн Маклауд Трамп и ее мужа Фредерика Крайста Трампа-старшего. Мать Трампа родилась в Шотландии и эмигрировала в Соединенные Штаты в 1930 году. Отец Трампа родился в Бронксе в семье немецких иммигрантов и занимался нью-йоркской недвижимостью. Сначала покупал и продавал разные объекты, а потом занялся строительством многоквартирных домов. Жилой комплекс Трамп Виллдж, который находится рядом с Брайтон-Бич, назван потому, что его построил Фред. Дом с четырьмя спальнями на Уоррен Плейс в Jamaica Estates отец Трампа построил в 1940 году для своей жены и двух своих детей. К тому времени, когда родился Дональд, ставший четвертым ребенком в семье, Трампам стало тесно в доме, и они начали думать о переезде. В 1948 году отец купил два участка позади дома и построил большой кирпичный особняк с 23 комнатами и колоннадой, где Дональд провел остаток своего детства. Сам Фред жил в этом особняке до самой своей смерти в 1999 году. Дом, где родился Трамп, был выставлен на продажу в июле 2016 года во время его президентской кампании. Инвестор заплатил за него на аукционе 1 400 000 долларов. В 2017 году дом продали во второй раз. Цена составила уже 2 140 000 долларов. А покупателем выступила компания, которая специализируется на проектах для китайских инвесторов. В этом же году дом появился на Airbnb по цене 725 долларов за ночь. Дом пытались продать еще раз, выставив за 2,9 миллиона долларов в феврале 2019, но покупателя не нашлось. Сейчас дом стоит пустым и выглядит немножко заброшенным.
дом Трампа несколько раз продавали. И последний раз его пытались продать за 2,9 миллиона долларов, что сильно выше цены на дома в этом районе. Но судя по тому, как все выглядит, покупателя так и не нашлось. И дом принадлежит, по-моему, какому-то китайскому инвестору. Но выглядит, конечно, довольно странно. Хотя в случае с Трампом я ничему не удивляюсь. Он сам по себе чувак очень нестандартный. И все, что его окружает, в общем, тоже выглядит как-то не так, как обычно. Ну, не так я себе представлял дом, в котором родился американский президент. Район очень уютный. Я думаю, что летом очень зеленый. Для нью-йоркской застройки вообще очень такая приятная визуальная картинка. Но видно, что он старый, и сейчас так бы уже не строили. Дома стоят слишком тесно. Архитектура зданий, ну, как бы устаревшая из-за такой формы крыш. Третьи этажи довольно тесные. Ну, и много таких вот исторических, скажем так, недочетов у него есть. Хотя это не делает его плохим, а просто делает его районом, который уже не молод. В центре даже, видите, сделан был такой молл. Большая улица, такой большой зеленый бульвар. Но сейчас на нем оживленное движение. И я думаю, что дома, которые выходят на бульвар, не самые комфортные для жизни. Там должно быть довольно шумно. Район приятный, но один из минусов – это его удаленность, конечно. Метро здесь рядом нету. Ну, прям совсем за углом до метро надо идти. Я, в общем, совсем недавно был. Хотя я жил в Питере, до метро было гораздо дольше. И не жужжал при этом. Но, в общем, в Нью-Йорке люди привыкли к тому, что метро находится у них в двух шагах. Вышел из дома и спустился в метро. Здесь так не получится, но здесь можно иметь машину. Здесь нет проблем с парковкой, как вы видите. Ни с уличной, ни с парковкой на драйвеях. Поэтому тот, кто хочет жить в Нью-Йорке, иметь свою машину, при этом иметь возможность добираться до метро, при этом жить в тихом, спокойном, безопасном районе, я думаю, что многие из них выбирают именно Jamaica Estates. Дома, причем, есть разные. Здесь, видите, такой архитектурный микс. Что-то старое, а что-то уже построенное не так давно. Но старые домики визуально, конечно, гораздо-гораздо приятнее. Вот этот вот Тюдор с таким искусно созданным уютом. Арочки, витражи, витражные окна, двери какой-то закругленной, немного готической формы. Облицовка камнем, кирпич, остроконечные крыши. И все это очень прикольно. Ну вот у кого-то на горе вот прям, видите, большой дом. И участок гораздо больше. Так что есть разные опции. Еще вам может показаться, что вы когда-то видели тренд в кино, и, возможно, вам придет в голову фильм «Поездка в Америку». И так и есть. Дом, в котором жил отец невесты, который хотел сделать своей женой Эдди Мерфи, принц, он по сюжету жил в этом районе. Я не знаю, в каком конкретно доме. Адрес в фильме выдуманный, но имелся в виду именно этот район. И дом, который там показан, очень похож на те дома, которые нас окружают. Я еще это погуглю, если я найду адрес этого дома. Я до этого искал и не нашел. Люди не знали, что это за дом. Если я найду, я ставлю это просто субтитрами. Но, тем не менее, в фильме имеется в виду именно этот район Jamaica Estates. Огромное спасибо, что досмотрели. Огромное спасибо, что путешествовали сегодня со мной по нетуристическому Нью-Йорку. Это точно не последняя серия о неизвестных районах Нью-Йорка. И я обязательно продолжу раскрывать этот многогранный, безумный, но очень яркий и интересный город. Мое традиционное, огромное, нереальное спасибо всем, кто поддерживает канал. Эта прогулка, этот ролик вышел благодаря этим крутейшим людям. Если вам нравится то, что я делаю, если вы хотите поддержать выпуск новых видео, то вся необходимая информация есть в описании к этому ролику. Там есть ссылка на мой сайт, где можно сделать одноразовый донат крипто, кредитной картой или PayPal. Но самый крутой формат – это оформить ежемесячную подписку на сайтах Boosty, Patreon или на самом YouTube. Для подписчиков у меня выходят расширенные версии роликов, а также прогулки, которые я не выкладываю на YouTube.
Если вы хотите узнать больше, посмотреть анонсы новых роликов или просто пообщаться в чате, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него также есть в описании. И еще раз огромное всем спасибо, надолго не прощаюсь, скоро увидимся в других городах и штатах, пока!